Да, как вы помните, с 16 года у нас сотрудничество началось с Audi. Мы довольны им. Это топ-бренд в сфере авто. Поэтому вот уже который год они являются нашим партнером. Сегодня вот решили поздравить ребят, пригласили нас, и мы здесь. В свое время это был титульный партнер, а в этом году титульный партнер другой. Audi ушел в другое место футболки, да, скажем так. Вот. Но, тем не менее, отношения, взаимоотношения наши с партнером остались на том же высоком уровне. И мы рассчитываем, что и в следующий год, в следующий сезон, Лига чемпионовский сезон, мы идем вместе.